же ему выйдет имя. Моти. Соси. Хоздозад. Вот тебе на выбор. Хочешь, назови Моти, хочешь Соси. Или же во имя мученика Хоздозада. Имена-то все какие. А ну-ка, переврати еще страничку. Трифилий. Дула. Парахисий. Вот наказание, имена-то все какие. Я, правда, никогда и не слыхивал. А пусть бы еще Вородат или Ворух, а то Трифилий. Пусть лучше будет называться, как отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий. Стало быть, Акакий Акакиевич. От сна восстав, благодарю тебя, Святая Троица, яко многие ради твоей благости и долголетия. Акакий Акакий, вам время в должность. Вчера чиновника два раза приходили. Ему в должность, а ты еще не брался. Петрович, ну что тебе, Ибо? Ой, виноват я. Виноват, я портного жду. Мне в должности и время-то выходит. Нынче срок за квартиру платить. А, пожалуйста, я уже их приготовил. Пожалуйста. Добрым утром, Авдотья Семеновна. Мне в должность иди я. Петрович, виноват. Петрович, ну мне же в должность. Мне время выходит. Получайте, сударь. Я теперь из-за тебя опоздать могу. Надо было подутюжить, а где подложить? А вот тут вот кусочек-то не в цвет пришелся. Который в цвет все выше. А, ты чего? Пришла, да? А вот ты знаешь, что мне Петрович штанов не принес? Я тебе мне могу в должность опоздать. Thank you.
Акакий Акакич, а как же хозяйка, когда вы в присутствии без этого капота обходятся? Уж вы бы лучше сами вешали, а то развалится, будете потом с меня спрашивать. Да, едва не опоздал. Переписать. Переписать. Извольте, вам дело одно есть. Отношение в губернский суд по этой жалобе составить. Дело простое. Надо заглавный титул переменить. Да в начале, в первых трех строчках. Вместо «я прошу» написать «он и просит». А дальше все как есть, букву в букву. О чем тому следуют пункты. Меня прошу, он и просит. Написали? Не могу. Стар уж стал. Голова-то не соображает. Уж лучше дайте, я перепишу что-нибудь в точности. Привычка. Ну что ж, ежели новая должность вам не по душе, то и бог с ней. Нет, я... Я ведь вам затем предложил, чтобы вы... Шинель свою поскорей обновили, а то ведь холодно. То не дай Господи, его превосходительство на глаза попадет. Да и мало ли что. Вам сколько до пенсиона осталось? 1,5 года. Работайте, работайте. Господа, господа, сюда! Господа, 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 сюда!
господа, господа, сюда. Господин Башмачкин, снег идет. Не простудитесь, господин Башмачкин. Господин Башмачкин, снег идет. Оставьте меня. Зачем вы меня обижаете? Позвольте. Позволь, позволь, позволь. Счастливой дороги. Ваше превосходительство. Ваше превосходительство. Вон и лучше ваше. Да, да. Пшел. Ваше превосходительство. Она у меня виновата. Вот тут только в одном месте. Да и тут на плече немножко попритерлось. А сукно-то крепкое. Оно так запылилось, и кажется, будто оно старое, оно новое. Вот как перелицуешь, так... Совсем худой гардероб. Раза два уже лицовано. А больше нельзя. А чего же нельзя, Петрович? Где нужно, кусочки подложишь? У тебя же есть какие-нибудь кусочки-то? А то ничего происходить с того. Так можно и без должности остаться. Главное дело нитки. Не за что держаться. Ну, ползет. Вы уж лучше наделайте себе из нее анучек. А шинель, как видно, новую придется шить. Новую. Что ты, Петрович, Бог с тобой. Ну, Петрович, а если правду читал новую, то сколько бы оно было? На 3,5 слишком надо будет. Надо будет приложить. 150 рублей. Да, еще какова шинель. Если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в 200 войдет. Ты что болтаешь, одноглазый черт? Не отрезвел еще, что ли? Ты-то что на человека оторопь наводишь? Куница! Да ты видал ли, когда куницу-то 200 рублей? Да ты держал ли, когда в руках 200 рублей? Помолчи, не лезь. Я с тобой с пьяницы чертом 20 лет маюсь. Петрович, а может, все-таки, если... Да вы его не слушайте. Это он все лишнее болтает. Да ничего не лишнее. Ну, материал читай. Сколько сукна пойдет, ну-ка? К примеру, ежели полуторного, аршин 9. Это на них-то 9. Да 7 аршин девать некуда. А капюшон? И с капюшоном. Да воротник из кота. Издаль его всегда за куницу принять можно. Хороших таких котов в Апраксину продают, я на мед не видела. А хорошо бы, если вот из котов. Этого, как бобровый. А кот он тоже того.
Авдотья Семен! Авдотья Семен! Вы что, опять сегодня печку топили, Авдотья Семен? А что, разве плохо? Дорого мне ее каждый день-то топить. Так ведь чай зима. Всякую зиму каждый день топлю. А вы топите ее теперь через два дня в третий. Ладно. Вот и все. А также и щи. Можно и без мяса. Вот. Кажется, через два дня в третий. Да. У меня в углах и не выступит. Да, все обои нет. Подстанут. Да нет, обои они и того. Они, это, я пока так прошу временно, уж покорничь прошу, через два дня в третий. Вдова я беззащитная. Ой. Через два дня в третий. Да что вы, Авдотья Семеновна, я не к тому, это же временно. Авдотья Семеновна, это же... Был бы мой муж покойник жив. Покорничь прошу. Что же это я... Господи, неужто Авдотья Семеновна гроб заказывает? Нет, не то. Это... Я вот бумажку эту хочу к окну твоему прилепить, чтобы с улицы было видно. Чиновник Пашмачкин принимает переписку. Это ко мне. Это ко мне. Это... Прошу покормить. Я дальше с бельем заходила, не застала вас. Так думаю, сейчас заберу, а к утру готов будет. Благодарствую, право. Я зря, я того, у меня все чистый, так что извините. Кто там?
это ко мне, это ко мне, это ко мне, я, да, я того, это ко мне, это ко мне. У меня прожект. Вот я, ой, виноват, я сейчас. Объявлению? Да. У меня тут прожект переустройства общества. Да. Вот надо только переписать. Чего это на стенки смотрите? У меня сроду клопов не было. Нет, я смотрю, перо как-то по-другому идет. Словно бы с каким-то рытовым трепетом. Стол, что ли, у меня дрожит. 24 года за этим столом пишите, не дрожал. А может, того за 24 года половичка-то усохла и как балочка осела. Может, еще что? Что половичка? Ложились бы уж спать. А я вот того, я вот сейчас ложусь. Немножко. Вот так. Вот. Что это? Ой, господи. Устройство общества. Зеркало! Осторожно! Рубль. Осторожно! Так, рубль. И дальше. Раз. Виноват. Кого спросить? Раз. Чего? Мне работу заказывались, так что уже готов. Вам кого? Переписывался для них. По счету раз. Получить. По счету? Переустройство общества 12,5. Эка, батенька, хватились. Тут по векселю за рубль пятачок дают. Вон последнее кресло пошло. С него и копейки не получишь. Ну, пошел. Как? Пошел. Как же это? 4,5, 2. Это по счету. Мне. Ваша. Чего же это вы делаете? Ведь угорим до смерти. Авдотья Семеновна, я хотел вам сказать, что вы мне китайского чая теперь не заваривайте, а заварите вот этого, который морковный. Морковный? Mm-hmm. Да у вас сроду никто не пьет морковный-то. Да полно вам экономии на чаёт разводить. Денег нет, ну и ступайте себе к ростовщику. А к Рождеству я получу наградные и сразу к вам с процентами. Странно вы рассуждаете, почтеннейший. Это я и расписку вам выдам. Ну, так всякий с улицы придет денег просить. Mm. Говорю вам, заклад несите. Того я. Заклад. Я и образ поцеловать могу. Не дает. Заклада у меня нет. А каждый человек имеет свой последний заклад. Это какой же? Скелет. Как? Скелет. Вот на Выборгской академии покупают. 25 рублей штука. Как раз. Ну вот, сдайте, и вот вам деньги.
А где его взять, скелет? Свой сдать. Свой. Собственный. Доброго здоровья, Акакий Акакич. Доброго здоровья. Шинельку присматриваете. Слыхал? Поздравляю. Всем. Как же? Вам к празднику наградные выписаны. И сумма такая. А мне? Поздравляю. Нет. Мне? Кто? Бог с вами. Нет. Что с вами, Акакич? Благодарствую. Успокойтесь. Господи, дай мне! Вот так. И вдруг совершенно, совершенно даже нежданно того наградный. И как нарочно сумму. Как раз такая, как... Без вершка два аршина. Теперь короче нас. Они, как вытянувшись, много длиннее будут. И под руку-то не лезь. Одно только и знаешь, вытянуть. Ну ведь как это... Я хотел спросить, который теперь час? 20:15. Готово? Спасибо, идите. Слушаюсь. А насчет того, так я того заказался. Заказали. Шинель, как удачи приказывали, и портной хороший, хотя и выбывает, но очень хороший портной. Пожалуйста, пожалуйста. Покорнейшую просьбу я хотел вам того. Покорнейшую просьбу к вам. У меня нынче сегодня примеркс. Так мне бы зацветло. Раньше. Ну что, идите, идите, раз уж примерки. Вот это... Идите. Возьмем капюшон поверху. Виноват. Не, ничего. А ну, пройдитесь. Шагните, Акакий. Пройдитесь, попробуйте, не мешает ли ноге. На улице вот встретишь, так и не признаешь. Ну, чистый генерал! Как это? Вот. Полный вопрос.
ваш портрет. Петрович, а может я того, а часть денег сейчас нынче суббота, и ты... Не извольте беспокоиться. Даст Бог, к среде кончу. Тогда уж само собой. Да. Теперь ж новый. Акакий Акакич, дома? Петрович. Веринка, тебя давно уже дожидается. А с таким делом спешить никак нельзя. Заказ всегда вовремя сдаем. Пуговочки ставили. Да, пуговочки. Петли обметать надо. Обметать пуговочки надо. Застеганная. Да, это кажется, я... ничего, работать на целую неделю. Ой, батюшки. Ну что ж, Акакий Акакич, принимайте свое приданное-то. Так что вот, готово, Акакий Акакич. Получайте, сударь. Деньги, Петрович, вот на столе. Ты уж извини, я поменять не успел. Ручки-то золотые. Против него и портниста в Петербурге поищешь. Ежели не пьет. Ну, ладно. Вот пуговки. Желаю здравствуйте. Носите на здоровье. Он уж правда старался. Благодарствую, Петрович. Право. Thank you.
Доброе утро, Катя Катя. Тихо, 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 я Акакий Акакий. Ну, тихо, ты мне ждешь, надо идти. Что такое? Что? Ой, добрый, ты мне собак не признал. Безобразие. Да мне собак не признал, ну. Добрый, ты мне собак не признал. Что же делается-то, а? Ну. Ну, смотрите-ка, вот же вся насквозь. Это что же, это так в день износишь? Ну, нет же. Благодарю покорно. Вот. Вот и все. А я и признал. Господа, новый шинель! Господа, Шампанское! Так и быть, я даю вечер вместо Акакия Акакича. И прошу всех сегодня ко мне на чай. Вот.
Здравствуйте. Приходите. До свидания. Нет, я... До свидания? До свидания. Пока. До свидания. Идемте со мной, только до переулка. А я вас ищу. Идемте за мной, квартальный гонится. Понимаете? Идемте.
перед вами. Папенька, вы застудитесь. Благодарствую. Только я, нет, я не могу больше того. Дадень ты свой колпак. Не оглядывайся. Нет, я не оглядываюсь. Я того. Я вам... Ждем. Для вас. Спасибо. Ой, опять он. А вы? Я вам думаю... Скорей! Папенька! Спасибо, папенька, иди домой. Прощай. Вот, нет, тут не того. Вот. Вот, у меня для вас... А где вы, а? Ау! Yeah.
Нет, он твой квартальник. Пообещает, потом станет водить. Да помолчи. Да говорю, к частному надо идти. Ступайте сначала к квартальному. Господин квартальный! Ваше благородие! Тихо говорю! Что касается до моих комнат, то извольте знать, я... Тихо! А вы-то для чего здесь? Господин, виноват. Я пришел к вам того. Мне вчера ночью... Папенька! 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 Папенька, припомните, сделайте милость, но я вас прошлой ночью вела с Невского. Вы были пьяненькие. И ни в каких номерах я даже быть не могла. Нет. Вот. Точно припомнить не могу. Но вчера ночью моя шинель новую совсем сняли. Господи! Кто? Я? Нюрка! Держите ее! Держите ее! Ах ты, сморчок! Теперь живы! Да я золотых перстней не брала! Твою шинель! Ваше благородие! Так что, прошлой ночью, едучи через площадь... Через какую площадь? Точно припомнить не могу, но... Не можете. А откуда вы так шли, что ничего припомнить не можете? Так что того вечер устроили по случаю новой шинели. Напившись, как свинья, шли сами не знаете где. Очень так, виноват. А нынче не явились в должность. Виноват. Это точно. Прав я того. Забыл. Объясниться. А сейчас. Чиновник, Башмачкин. А кто такой Башмачкин? Могу знать. А откуда он? По какому делу? Ничего не говорится. Скажите ему, что может войти. Слушаюсь. Его предстоятельство ждет, прошу. Ваше предстоятельство. Я виноват. Я объясниться хотел. Я нынче в должность позже времени. У меня шинель совершенно новая. Вы скажете... Ходатайством вашим перед господином оберполицмейстером или перед другим кем? Что вы? Милости, государь.
не знаете порядка. Виноват. Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела. Об этом вы прежде должны были подать просьбу в канцелярии. Она пошла бы к столначальнику, к начальнику отделения. Потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне. Да, вам вы уж того прикажите. А я только потому осмелился утруждать ваше превосходительство, что секретари-то они того, они же ненадежный народ. Что? Я... Что? Откуда вы набрались такого духа? Для вас, ваше писание. Откуда вы мыслей таких набрались? Для вас. Что за буйство распространилось между молодыми людьми против начальников и высших? Знаете ли вы, кому это говорить? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Вы понимаете, я вас спрашиваю. Воротник из кота. Слышишь? Я тебя спрашиваю, каналья, рыло свиное, мошенник, подлец. Теперь уже поздно что-то сделать. Надо было раньше, вчера еще, может. Слыхали, господа? Он сдирает с плеч шинели, не разбирая чина и звания. А может, грабитель вовсе не чиновник? Да как же, потерпевший генерал точно описан. Он его, как я вас видел, низенького роста, такой невзрачный. А из какого департамента? Трудно так точно сказать. Но только... Только говорят, что это наш Башмачкин. Господа, оказывается, грабитель Акакий Акакьевич. Точно утверждать невозможно, но говорят. Кто? Кто? Титулярный советник Башмачкин. Господи, царица небесная!
Ваше благородие, здесь. Квартировались. Он и есть. Сегодня ночью куда-нибудь выходил? Нет, никуда не ходили. Второй день как померзший. Не о том тебя спрашивают. Я сам знаю, что померзший. Тебя спрашивают, сегодня ночью куда-нибудь выходил? И в котором часу? Никуда не ходил. Уж так тихонько лежали. То он померзший, то по городу шинели с превосходительных особ снимают. Ой. Вот тут и служит. Ваше превосходительство.